Привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своей новой находке на экспозиции мебельного салона Union. Это диван итальянской фабрики Flexiform. Что касается самой фабрики, то это фабрика, которая имеет почти что вековую историю. Отличительной чертой этой фабрики является то, что она никогда не стремится быть на пике модных веяний. Все ее формы очень просты и элегантны. Она никогда не загружает свою мебель тяжеловесными и излишне роскошными элементами. Но при этом вся мебель оставляет в памяти мощный эстетический след. Теперь поподробнее о моем новом любимце. Это диван, который отличается тем, что у него довольно-таки глубокая посадка. Это плюс для очень высоких людей. Кроме того, он модульный и можно составлять из него всевозможные композиции, которые будут наиболее удобны для вашего интерьера. Лаконичный дизайн диванов фабрики Flexiform и огромный ассортимент обивочных тканей в любом цветовом решении помогут вписать этот диван практически в любой интерьер. Помимо кофейных и журнальных столов, в этой коллекции есть приставные столики, которые чудесно интегрируются к подлокотнику дивана, обеспечивая дополнительную эргономику. Но еще хочу вам показать вот такое кресло, которое вращается вокруг своей оси. И подытожим. Если вы тот человек, который стремится продемонстрировать врожденную элегантность без излишних деталей, но зато все они будут тщательно продуманы, то вам в мебельный салон Union за мебелью итальянской фабрики Flexiform.